Черному морю меня дорог мне кубрик матросский. Мараз засмущался. Южное наше бытие, самое синее в мире. Черное море мое, черное море мое. Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Всем шалом. В гостях сегодня у нас уважаемый в Израиле был человек, теперь в Одессе, Марат Джан. Короче, Марат, я там шел возле пианино, стоял, куплеты такие играют, Валя Куба красава, молодец. Ты что, поет так, что просто загляденье, и под эту шикарную музыку мы сегодня приготовим. Хорошо, как-то я поздоровался неправильно, правильно? Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, ты что? Таки для вас этот звук. А рассказывай быстро, что, хотя я уже на базаре рассказала. Суп необыкновенный, азербайджанский, курица. Там будет маленькая интрига, но я забыл ее накрыть. Короче, вот с это черносливом, да. С черносливом. Что вы понимали, сейчас такое на время, его вообще в Одессе нет. Там, где мы его нашли, я не скажу. А, это как зигер, понял? Вот он есть, потом есть, короче, момент месяца полтора, пока его готовят, настаивается, когда его нет. Рассказывай, как называется суп? Базартма. А что, вы не знали? Теперь будете знать. Ребят, готовится из баранины, из говядины. У нас сегодня курочка. Я пробовал все три варианта. Из курочки как-то мне понравилось больше. Марат, тем более из такой домашняя. Курочки. Ты что, ты посмотри. Домашняя. Обалдеть. А есть место на Киевском? Да, да, да. Там пацаны именно реальными домашними вещами торгуют. Утки, шмутки, там все дела. Все, значит, будет поджарочка. Будет поджариваться курица. Потом будет вариться бульон из жареной курицы. Все увидите, все просто. Как обычно, все несложно, да? Удивительно, вкус вот ни на что не похожий. А скажи мне, а у тебя есть хоть одно блюдо, что было похоже на предыдущее? Бывает. А что ты мне не показывал? Еще ни разу ни одного еще не показал. Короче, спасибо афганским. Имеем два наманганских, правильно? Да. Ты что, слушай, дед и внук, елки-палки. Надо еще середина, папаша. Где папаша, а? Афган-казан. Литров на 50. Вот чтоб посередине стоял. Может, не пригодится, но чтоб был. Вот я люблю, когда я по этажам, знаешь, пам-пам-пам-пам. А к ним зайдешь, вот так вот посмотришь, когда афганские эти стоят. Красавцы вот такие, от мала до велика. Сколько там, от 80 литров до трешки. Угу. Ну, это же красиво. Очень. Я могу поджигать? Да. Или сразу курицу пробить? Сначала подожги мне вот здесь. Здесь мы будем готовить что? Овощи. Поджарочку, да. А там, наверное, ребят, ой, много вот Катюня. Так Марат, стой, дай я быстренько, аккуратненько сделаю замечание. Что, Сережа? Ну верни сюда в семью. Что ты там, у тебя глаза, ты где-то как... Она ушла налево, понял? Руки здесь, а головой и мыслями ты где-то там. Что ты там охраняешь? Я не могу себе позволить уйти налево. О чем ты а что ты так вот стоишь и смотришь? Смотрю на людей, любую. Кто-то понравился? Да. Ну, так покажи, что у нас это, все твои женихи пришли, елки-палки. Кто? Ладно, люди ладно. Семейные гости пришли. Твоего ресторана. Да, 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 да. А скоро еще и пианист придет. Вон, Миланька яблоко ест. И что, тебе вкусно? Ты еще суп наш не пробовала. Давай, я поджигаю. Ох, сейчас поджигаем. Подымим, ребята. Я такие извиняюсь. Ну, что, как по-настоящему, по-домашнему. Главное, чтобы вы его не забыли вот оттуда. Стой, 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 я сейчас должен сказать. Филигранно. И точно так же порезал перчик. Сейчас еще плюс-минус один к одному лук с перцем. Сейчас еще добавлю малек. Ребята, я извиняюсь, будет немножко дыма, но по-домашнему такое. Чуть-чуть. Потом проветрится, обещали. Ага, все. Марат, я и здесь, и там сразу поджигаю. Будем готовить быстро, но вкусно, понял? Да. Все. Слышь, а где ты еще вот это вот, вот так вот в Одессе в ресторане сидишь? И дым у тебя дымит. А вокруг тебя официант стоит так вот и дым ногой. А этот, бокалом, да? И дым отгоняет. Так, это есть. И это тоже есть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-парам-пам. Короче, у меня пока горит, я буду быстренько делать что-то тоже тебе приятное. Курица, смотри. Отделяешь ногу и этот, пополам. А шкуру? Вот так вот. Шкура пригодится, это что, мы же ее будем жарить. Да. Маратик, нормальные кусочки? Да. Шикардос, да? Все, Катюня. О, отходить. Сделай такие места, я еще ты миску. Ты меня не заляпал? О, смотри, мы начали готовить. Изя. Ты что, угорелый? Молодец. Костер, мне воняет. Ты думаешь, он поэтому ругается? Конечно. Нет. Ты неправильно настроен, елки-палки. Он восполняет. Давай. И жопы, задницы надо же убирать? Да. Кого? Отдельно себе пожарить. Вот те запчасти. Ты думаешь, еще раз вот так вот? Да.
А я думал, большими кусочками, ну да ладно. Смотри, если прям сильно большая нога, на три части, если нет, то на две. Все, железу это убираем, это убираем, это убираем. Идите, Маратик. За каким маслом? Непонятно, вон масло стоит. За сливочным. Ага. Ты что, это же еврейское одесское блюдо азербайджанское. Куда же оно без масла? Ты откуда знаешь? Катюня? Да. Я откуда знаю, что как готовить надо? Да. Вот ты мне делаешь неприятности. Ты что, и не еврей, и не азербайджанец? Ну, готовить я умею. Конечно. Так это нас всех объединяет. А-а-а. И трактор, я знаю, ты хорошо водишь. И рыбак ты отменный. А массажист еще лучший. И вообще цены тебе нету. Ну, таки успокойся уже, елки-палки, уже хорош. Я цену набиваю. А что там, торги идут за швы? Нет. За меня. Этот лот выставлен не будет. Мы же не на аукционе. Не, ну дым-то дымом, но смотри, как красиво. Иди. О, иди сюда, слышишь? Ты оператор или я, кто у нас водитель? Я оператор. Подойди сюда поближе, вот, тебе ходи, не стесняйся, ищи лучи. Левее, левее. Вот где-то там еще и солнце будет. Слышишь, я вот. Это я вот. Да, это я вот тебя за руку вожу. Я вот под эти кадры, я вырежу это все и музыку наложу фоновую. Хорошо, чтобы никто не знал, все, отпусти мою руку, сказал. Давай, снимай нормально. Фу. Маратик, что ты воспитываешь, а я готовлю, правильно? Давай. Давай. Под чутким твоим этим. Тихо, ковер, елки-палки, такой красивый, уважаемый азербайджанский ковер. Чего ты не расстраивайся, все нормально, потом мы его обратно вернем. Ого. Что? Настругал. Короче, я буду готовить две руки, в два казана. Сюда кидаю сколько? Половина. Я понял. Половина курочки. Катюнечка, косы аккуратно, чтобы на тебя не прилетело. Все. Пусть себе жарится. Вот так вот. А сюда лучок. Ты что в кинотеатре, да? Сидим. Балдей, не хочу. О, я понял, нам надо в меню попкорн везти. Ты что, особенно на выходные? Я сам так люблю делать. Марат, у тебя есть рецепт какой-то за попкорн? Нам срочно надо. Найдем. Пока люди ждут основное блюдо, что-то же надо чем-то похрустеть. Так, половина, миска есть. Перец дорезать? Перец. Или этого хватит? Еще один можно резануть. А остальное, часть будет уже в бульон. Ага. В сыром виде. Этот мы пожарим. Ты что, где? Ты видел тот тажин, который мы с тобой покалечили? А. Я аккуратненько его попросил слюну у оператора и склеил. Все. А Славик нам дал такой же новый. Я не пожалела. Сказал, да, ты что, наляпала, не хочу, елки-палки, ты что, там еще осталось. Только тебе надо, чтобы у тебя надо что-то дома склеить. Надо, помешивай. У него слепки на есть. Я тебе отолью. Да, Маратик? Да я пошутила, ты подхватила, ай-яй-яй. Света, я за нее извиняюсь. А то мне сегодня прямо стыдно с ней. О, да не стыдись. В одном казане, луж мешать. Так, Катюша, ну я ж тебя люблю, что ты что, забыл? Запамятовала. Ну, ты понял? Я ее так люблю, аж до потери памяти, понял? Еще та у меня. Так, как ты его резал? Квадратиками? О! Пусть вырастет. Ага. А что? Мы когда? Там у себя дома ходим, кстати. Что ты говоришь? Когда? На следующий год. Мы там ходим у себя. Кстати, мы тебя приглашаем. Знаешь, что? Обыть одно дело. Хорошее. Давай. У меня компьютер гавкнул. Вот тот старый, который по полчаса включался. Ага. Ага. А я нашел одно место, короче, себе такое, именно такую машину. Вот приедет, хороший, я его проверю. Какой-то супер-пупер геймерский. Да мне много не надо такой, чтобы именно был процессор хороший. Памяти было нормально. И вот, короче, как приедет, я тебя приглашаю на шашлыки отметить это дело у нас. А чего я вспомнил про это дело, что я сюда кинул семечки, а мы сейчас ходим у нас там по дому и везде хаотично плюем арбузные семечки. Я хочу, чтобы в следующем году у нас баштан вырос. Баштан? Да, баштан именно. Цыпленок жареный, цыпленок. Да, да, жареный. Мы тоже пару раз брали. Цыпленок тоже хочет жить. Его поймали, арестовали. Видели, и что-то там велели паспорт показать, правильно? Угу. Песня про цыпленка.
Да ты что, это такая курица сегодня, что я... Ты балдеешь, да? Тебе там не надо, да, конечно? Да. Там курицу? Да. Курицу не надо. Эй, что так? Кушайте на здоровье. И что? Все великолепно. Тогда до скорых встреч. До скорых встреч. И вам огромное. До свиданечка. Марат, как приятно сегодня работают казаны. Ты же говоришь, не надо сегодня агрессивный огонь, да? Агрессивный. Должно быть нежненько, еле-еле. Чуть больше среднего. Ну, вот как у меня, да? Да. Смотри, тут я вообще мешать пока не буду. Да-да, пусть булькает. Вот, прямо именно дичь. Что мы сейчас здесь делаем? Запечатываем ее? Немножко поджариваем. Слегонца. Поджариваем немножко и вынимаем. Убираем лишнее масло. Масло. И начинаем варить бульон. Ой-ой-ой. Когда чернослив добавляется? Все в конце. Сереж, а что у него лучше получается, готовить или нянчить? Что-что? Что у него лучше получается, готовить или нянчить? А Марат, как это, на все виды искусства мастер. Посмотри. Опа. Очки, очки, не трогай. А то я не буду тебя видеть. Она меня дома тоже так делает. Помешивай, Сереж. Все тут красиво. Ты что, ты сказал медленный огонь, так я его и делаю. Кусочек масла сливочного. Так. Чтоб вкуснее было. Ты что там снимаешь? Чуть-чуть. Ёшкин кот, ты что, а я что, не при делах? Марат, может я хоть картошку порежу? Дай мне что-то делать. Давай. Еще раз, с перцем хватит уже? Или еще немножко? Не-не, вот этого хватит сюда на поджарку, а остальное пойдет туда. Договорились. Чернослив надо целиком или аккуратненько, меленько порезать его? На три части. Я понял тебя. А, как курочка, один к одному. Слышь, вообще не сложно готовить. Ты пробовал когда-нибудь, у вас в Израиле есть такое? Это не манго, это не яблоко, это именно дыня манговая. У нас есть много дынь. Я буду дыню тебе целовать. Что, ты не хочешь такое? Не знаю, ли такое есть. Может быть, есть, может быть. Блин, вот закрываешь глаза, именно манго, очень, точно? Очень пахнет вкусно. Ё-моё, походу, наверное, на дереве растет. Слышь, Миланя там поет, исполняет. Еще та певица. Мне нужна твоя мешалка. Да. Катенька, отправляем. Много перца, почти столько же, сколько и лука. Вот тебе еще одна мисочка, Сережа. Тебе обратно мисочку давай опять сюда, мне. Мешай, говори. Марат, что-то какие-то у нас рецепты сильно растущие. Мне казалось, что этот стол такой огромный, что пол этого стадиона. Но и он уже маленький, и мисок не хватает. Я тебе хочу сказать, успокойся, что ты делаешь. Все для людей. Все я для понял. Людей. Давай какие-то миниатюрные рецепты, что ли, показывать. Ну, мы показывали вот это. О, я еще раз напомню. Пончики были шикарные. Хорошо. Ты что, французский поцелуй? Да, вот даже повторил. Молодцы. И что, кайфанули? Ребята, да, если вы не повторили, по-любому повторите. Это, ну, я недаром его назвал французский поцелуй, потому что это нежнее, чем любые губы. Очень, очень. Блин. Просто молодец. Вкуснятина. Я что хотел сказать, я говорю тебе, чтобы мы не забыли. Варенье из перца. Ой, ребята, мы попробовали его. Это конфитюр. Я уже говорю, да хватит это умное слово говорить. Просто варенье из перца, бесподобно вкусное, подходит ко всему. Обалдеть. Хочешь к чаю? Да-да, болгарский перец. Красный, и сладенький, острый. И остренький надо добавить, да. Ой. Ай, кайфули какие, брат, смотри. Марат. Красота. Вот так вот на среднем огне, то, что надо. Это уже достойное какое-то, я не знаю, что, ну, очередных аплодисментов. Ребята, я вас умоляю, не благодарите, просто смотрите, повторяйте, кайфуйте, все элементарно и просто. Как я говорю, в Одессе любой кулинарный шедевр, любой кулинарный шедевр начинается со слов, а что ее готовить? Берешь курочку и все готово. Да. Все. Все остальное там, что не знаю, лишнее в холодильнике, главное солью не переборщить, ну, желательно иметь два казана, вот такую шикарную атмосферу. О, ласточки вернулись в гнездо. Вот ты сейчас... Липованские. Рассказываешь, и в это время можешь перемолоть немножко кориандра. С удовольствием. И специй. Сразу, а ну-ка людям расскажи, что идет. Значит, паприка, куркума, кориандр, зира? Да, и перец. И это помидорчик с перцем, по-моему. Рекомендую тебе это попробовать, потому что что-то немножечко смахивает на чили. А ну дай. Боже мой, как вкусно.
не сильно острый, хорошо. Пойдет, да? Да. Так, первая партия готова. Вторая партия, аккуратненько давай. Тоже сюда. Так, Марат, Джан, что, все нормально? Слышишь? Это чисто. Родео по казанам, понял? Ага. Ты просто бегаешь и просто мешаешь. Опа! Что-то я хотел сказать или спросить, или забыл. А ну-ка, Катюня. Смотри, кориандр в чистом виде. Ох, и аромат пускает. Ты бачи, какой красивый. Смотри, я откопал, понял? А я бы вот это вот не молол, прямо целиком. Хорошо, давай, смотри, ребята, вот те, кто знает, вы знаете, а те, кто не знает, вы не понимаете, что это такое. Это просто какой-то пипец. Это перец. Настолько ароматные, настолько бесподобные, это вообще не похоже на перец. Вот что-то сюда, а потом мы добавим еще маленькую жменечку туда, понял? Да. На бубочке. А это сейчас так откроется. Мы его с Маратом по бубочке жевали, но его много нет. То ли итальянский, да, то ли какой-то... Очень, очень вкусный. Пепе делла Тасмания. О, тасманский. Я до этого думал, что только там драконы бывают тасманские. Нет, еще и перец хороший у них там. Слышь, какая у меня тактика, стратегия, елки-палки. Драчи не хочу называется. Научи тебя. А? Воздержимся. А ты какое отношение имеешь к моему пожеланию? Сиди спокойно там на жопе, елки-палки. Ты пошел. Я просто хотел сказать, что бросаю карасей. В открывальщики пойду. Смотри, какой срез. Ай, боже мой. Марат, тоже что-то итальянское. Парма. А, так это этот. Что-то со свининой связано. Марат, что это? Немножко куркумы. Буквально пару чайных ложек на вот такое количество лука. Не переборщите. И перца. А что рассказывать? Там такое, что обалдеешь. Кориандр, немножко соли, вот этот незабываемый перец. И еще чили, все. О! Мешай. Подожди, давай, ты пока там добавляешь. Я вот эти вот бубочки... Слышишь, мы их доведем до цигундера, елки-палки. Ты что, они сейчас в жареном состоянии, много не надо. Я не знаю, что это такое. Что-что? До цигундера. Ну а что они тут стало? Я впервые... до какого-то совершенства. До какого-то совершенства. Ну давай, ты, так ты. Сегодня прямо какой-то фитнес у нас, приготовление. Я могу уже вылить эти томаты? Да, уже можешь. Привет, дядя. О, давай я вылью так, как тут турок солит. Слышишь? Да, я отойду на 20. Чего ты? Это будет красиво. Давай. Ладно. Здравствуйте. Да ладно, ё-моё, Харьков, мама дорогая, Катюня. Возьми это двухметровое счастье в кадр, ёлки-палки, ты что? А ну сделай фоточку. Опа. 21 набил. Да выпендривался, Серёжка. Да я хотел Марату Пепельницу подарить на день рождения. Ладно, в другой раз. И что? Ты видел, что мы своим рисом сделали? Видел. А джамба такая получилась. А это был шедевр. Я так понимаю, что в субботу подъедет, наверное, килограмм 10. Его. Ты понял? Мы в субботу еще раз готовим. Из того узбекского риса, как он называется. Так мы сделаем... Забыл название. Вот тот белый рис, не девзира. Не, он по-другому. Он круглый был просто. Он как-то круглый, но мы спросим, как он называется. Он незабываемо вкусный. Аланга. Аланга. Марат из него сдавал экзамен. Он сдал. Все люди сказали ему черный пояс. И сделаем вот этот плов с фисташками. Точно. Ребята, в следующую субботу. Дегустировать. Да, правильно. Конечно. Серега, достаточно. Ваши фисташки, рис наш. Мой, фисташки. А ваши фисташки, наши. Да? Вот так они и жили, да. Мы найдем фисташки. Ты что, мы были у Алены вчера в гостях? Угу. Какие фисташки? У него секвойя, елки-палки. 250 метров дерева растет. Угу. Динозавры его еще ели.
И походу не доели. У него такое все, что хочешь, растет. Убери свои белые шорты. И фисташки по-любому. Я видел, вот хорошо сделали, но правда мало, надо было хотя бы 5 брать, тогда бы оно... Так у нас не было много риса. Ну, я же говорю, да. В этом, да, кажется, не делали? В этом? Нет, в том. Не, мы в этом сделали, но мы его накрыли мисочкой, короче, получилось очень вкусно. Аланга, да. Да, 10 по-любому заезжает, или все. Может, даже больше. Эй, спасибо, ты что, не все сразу. Больше, да. Больше плюсуется, да? Хорошо, вот да. Вот сюда, место сахара для сладости. Он там что-то очень важное говорит. Ага. Ну, тут пошла, процесс здесь идет. Леночка, сделайте воды с лаймом, пожалуйста. Да. Ага. Марат. Да, дорогой. Смотри, как я умею красиво, бесподобно жарить курица. Я не хвастаюсь, просто так получилось. Посмотри. Идеально. Ой, боже мой. Катюня, наедь на эти пупырышки. Ты что? Идеальная прожарка. Что Катя после депиляции такая же сочная. Красивая, ой, боже мой. Что, я тебя не вижу. Дымом очки, глаза. Очки дымом. Пожалуйста, наденьте. Да, очки просто посмотреть. Да я, Марат, одевал очки. Они, а вот, они вот так вот увеличивают. Марат, я отлавливаю лишний жир. Да. А я? А ты такой голодный, как айсберг в океане. Все твои причали по темной водой. Ого, микрофон и в рот не влазит. Так, что? Все. А потом говорит, да. Интервью взяла два раза, елки-палки, а потом говорит, что это? Так вы теперь скажите, что вы готовите? Базартма. Правильно? Да. Или бастурма? Базартма. Правильно. Я знал, тебя проверил. Что-то азербайджанское, очень вкусное. Целых 80 литров. А что ты делаешь? Я? Да. Экономлю, называется. Mm-hmm. С одного места в другое ношу. Давай мы его ближе поставим. Мишаня, все, да? Конечно. А еще осталось немножко. Воды набулькать туда, и будет суп. Это не воды, это бульон называется. А, вот. Простите. Борщ, хотя с такой, Марат, ну ты умеешь, конечно. Елки-палки, ты что? А ее бы сейчас риганчиком взбрызгать. Оливочек бы добавить и в духовочке запечь, ага. И по-гречески. Понял? Ага. Ну вот ты не агака, я тоже умею готовить. Что ты? Фу, думал, что это моль упала, а это же это, курага твоя. Ага. Как это, урюк только черный, из сливы, правильно? Да. Марат, что вы там режете? А, картошечка. Режем. Довольно крупно картошечка, ребята. Угу. По-гречески. Со сметаной подается, Марат? Нет. Вот просто как есть? Просто с зеленью? Есть. Да, с зеленью. Да хозяйка бы сметану тулила бы куда угодно, понял? Угу. Не, она просто напрашивается на перец, на фаршированный. Угу. Ну хочет она очень. Что значит опять? А что, ты ей приготовил? Да. Вот Светка сегодня готовит, значит, ну, после съемок к нам домой. Договорились, да. Марат, так и сделаем. Кстати, она звонила, все. Спрашивала у Марата рецепт. О, отлично. У меня есть другое предложение. Я в командировку, у меня Вилкова вызывает срочно, там сом идет, да, они не могут справиться. Ой, слушай, ты же без меня не доедешь, там. Не, а ты едешь контролировать к себе домой, как Света перец готовит. А вы на такси или в плац, хочу поинтересоваться? За мной приедут на моторной вертолетной лодке. Угу. Тут недалеко, против течения два раза, короче, что лосось вот тут забытый. Аж Изя возмущается всему сказанному. Вроде все. Не переживай, Изя, я над ним не издеваюсь. А что такое, курочку уже можно. Да она меня опять расстроила. Не поддержала мою эту бурную фантазию по поводу рыбалки на сома. Сереженька, мечтать она никогда. Рыбалка на дикого сома. Да я уже не... На дикого сома. Там я уже разочаровался. Самый маленький 70 килограмм. Что, на Дунайку мы уже съездили? Самый маленький, 70 килограмм, что поймали сегодня. У него такой рот, что у моего гриля, понял? Вот такой вот. Ты представляешь, вот какие вот. Червей размер нужен? Ты что? Короче. Оля, ну, Запорожье сказала, тебе червей пришлет, если надо. Олечка, вот такого размера. Угу. Любых, они откормленные у него, молочные. Да, ты видишь, какие у нас замечательные подписчики, что даже настолько, они настолько хотят, чтобы мы поехали на рыбалку, что даже готовы новой почтой писать червей. Олечка, целую ваши ручки. Да, Гэд не понимает. Ох, ты что? Ё-моё. Воду выкладываешь. Катюнчик, я еще так выкладываю, что стараюсь, чтобы на тебя еще и не ляпнуло. Ой, мне так жарко, кошмар какой-то. Да хватит тошнить, ёшкин кот, снимай с удовольствием. Веером поработай. Угу. Что?
Пусть тебе сом вот это хвостом над тобой машет. Пусть, хоть сом. А мы с Маратиком готовить будем. Ребята, немаловажно, что-то хотел сказать Марат. Ничего, просто как в любом бульоне добавляем пару морковочек. И пару... А это три. И пару луковичек. Я вообще в Одессе думал, что пара это четыре, ну, на еврейский лад будет три. Так, все нормально, здесь ты ничего не забыл, лимончик это потом. Ступка не нужна уже? Уберу от греха, да, потому что она хорошая, таких аналогов больше нет. А я у Алены видела точно такую же. Как? Вот так. Один в один? Ну вот. Китайская такая... копия, быть такого не может. Я кидал на веса. Это весит 5,5 килограмма. Алена, сколько китайские у вас ступка весит? Китайские 4800. Что? Напишите ему, сколько ступка весит у вас. Я видела, очень похоже. Ребята, все Аленочки, у которых есть ступка, пишите. Сколько она весит? Марат, 5,5. Пишите. Ты шо? У меня тяжелая. Чистый. Да я твою взваживал, то ты шо? Ты шо? У меня пестик другой. В дебютовачном. Пестик у него другой, ты понимаешь, Сережа? А, у тебя с набалдажником вот тут? Да, да. А-ля Екатерина, которую любила? Ага. Марат, то есть другой симфонии. Вот за это. Вот у тебя мисочка освободилась. Да я хожу как будто попрошайничаю. Я не знаю, что делать. Мне надо добавить. Сейчас. В дымутабачном призрачном тумане там исполнял одесский липован. В одной хавире повезло блатному Ваньке. Удачно он проворотил скачок. Опа-на. Он снял пивную в самом центре молдаванки. Что ты сказал? Это тебе отсюда туда добавить? Туда сходился весь блатной народ, а Зухинвей на Жемеринку поедет. А Койшин, гибен чемодан. И шо это не... Это повидло. Да, я понял. Это почти то, что мы с тобой готовили. Грузинский супчик. Да, да, да. Харчо. Ох, и бесподобие было. И елки ты палки. Какой же он вкуснячий. А вообще, я понял, у нас все с тобой вкусное, а когда готовишь в двух казанах, ребята, двойное удовольствие. Прямо твикс, сладкая палочка. Парочка. А, парочка, да. Марат или Липованочка? Марат или Липованочка? Да рифма такая. А что, Липованочка? А что ты глаза так высоротил, я не могу понять. Не, а что ты удивляешься, вилки-палки? Я просто прислушалась, думаю, то ли ты сказал. В рифму, да. Ага. Ты слышала, какие сейчас песни по телевизору поют? Слышала. Вот если бы не рифма, то вообще гайки, понимаешь? Вот только рифма там это и спасает. А Гитин паровоз? Катюня, иди я тебе раздвину тельняшку. Ты посмотри, елки-палки. Слышь, а ты можешь, как это, думать как дым, снимать как дым, летать как дым? Дымом. Можешь? Смотри. Переведи сюда, Катя. Как я без ты тебя посмотри. Все вижу. И утопает в лучах. Елки-палки, прямо какая-то. Все, замри. Джон скакал по степи. И прискакал на свою голову. И что? Это жижа. Марат, ты туда смотри, как красиво, елки-палки. Это же. Я думал, это я закурил, оказывается. Не-не-не, это казан зашевелился. Вот это файно. Давай потом, да. Нет, так ты сделай фотку, елки-палки. Так я снимаю видео, зачем мне фотка? Ну давай, видео на долгую память. Ну что, пацаны заехали, ты посмотри, елки-палки. Черное море, футбол. Одесситы. Ефимыч! Григорий для вас, елки-палки, ты что? Пас налево, пас направо. Эх ты! Красота. А тебе сделай фотографию. И одну на нашу, да. Обязательно. Футбольный клуб. Черное море, Одесса, мама. Е-мое, куда? Сюда, на видное место, правильно? А я телефон не взял. Главное, что там фотография. Да не в этом счастье, елки-палки. Ты знаешь, где он не пропадет, 100%. Маратик, что у нас там? Все нормально? Все отлично. Ты что? Ты отправила Ефимычу? Да. Отправь, пусть человек прибалдеет. Я говорю, сегодня возьмет билет на самолет. И скажет, Серега, таки жарь карасей. Что? Ждем, когда закипает, да? Бросаем картошку. Картошку. Третье, десятое. И все. И компот. И рецепт готов. Ты что? Что тут сложного? И компот. И компот. Фу, какой же... Мне все время кажется, что это трюфель. Black garlic. Да? Ну, любой чеснок, ребята, когда вот так вот запекаешь красиво, то можешь и за трюфель, короче, рассказать. Не, у нас осталось два, и мы ждали этот долгожданный драгоценный суп, именно печеных. Ага. Ты что? Ну, казан у нас не маленький, поэтому два нам мало. Мы еще возьмем 5 наших сегодня на базаре купили. Ты что? Такую мадам встретили. 6 видов чеснока. 6 видов, да? Угу. Такие, и целая корзина. Только чесноком торгуют. Машина.
Красивенько так именно ряд в ряд выложены все. А! Я это увижу на видео. Да, да, ты увидишь, да, мы по базару будем ходить, и там мадам чесноком торгует. Так, я аккуратненько здесь кладу. Угу. Мне кажется, ты его сейчас не запечешь, а сожжешь. Нет, слышишь? Серега, вот это... Что не уважаешь? Он вот это что? Твой опыт по запеканию. Французский. Ребят, так я вам только что вскрыл карты всех французов на свете, елки-палки. Вот так это берет и готовится. А, ты прям там будешь сидеть его сторожить? Да не, я шучу. Не, это делается вообще при большой температуре, но без кислорода. Он просто себе... Видишь, какой он? Он не подгоревший, ну, я тебе хочу... но запеченный. Это в духовочке. В духовочке, в фольге. Да. На большой температуре. А это по-липованский, это будет еще вкуснее. Да. Я когда начал его в уху добавлять, все. Люди сказали, хотим только так. Так, ты что, раз, два, три, пять, один уже сгорел? Вот ребята молодцы, футболисты, ты понял? Блин, ты что, прям аж, эх ты. Забежали так. И стадион имеется. Да, да, так классно. Ребята, крепкого здоровья. Вы достали свой чеснок? Да. Какой? Мы его еще не добавили. Отойди. А, ничего себе. Ну что, два французских? Угу. Хлобысь. И остальные липованские. И елки-ты-палки. Все. И что, мешать не треба? Можно уже. Ох, он сейчас такой, он такую нотку придаст. Елки-ты-палки, я тебе говорю. Все остальное, ребята, не переживайте. Даже если попадется в рот, так это же по-настоящему. Сорбент. А ты жоги, да. А с другой стороны, эта шумовочка со временем выловится. Бэби. Оператор, сделай, кто там? Андрей, дети с нами? Ну, пока без детей. Да, давай, все. Бомби, да, конечно. Так, снимаешь. А теперь с детьми. Все? Дети. Так и быть, да? Давайте. Но они больше всех рвались. Принц, иди сюда. Они искали вот Милану. Говорит, будет она или нет? Миланка, она уже увидела, ее уснула. Смотрим сюда. А ну стой, сделай. О, красиво. Вау. О. А тебе в кепочке-то получше будет, Сережка. Ты что? Эх ты. Каждый день приходит бабушка и девушка и смотрит видео. Да? Дедочки, крепкого здоровья. Давай, Егорка. До скорой встречи. Привет. Мама, через два дня будем смотреть, я тебе тошлю. Все. Красавчики. Спасибо вам. Вот тебе на. И вам огромное. Все, будьте здоровенькие. Андрей, крепкого здоровья. Счастливо. Картошка именно такая. Вот крупненько, вот так, как шо, мама дорогая. На шурпу режется. Ага. Все. Лимонка. Ёшкин кот. Вот супец, молодец. Ты где такой? Что, тоже азербайджанцы в армии с тобой служили, не? Ну, конечно, служили и Дагестан. Все, я больше после... После этого я больше не буду спрашивать, откуда ты все знаешь. Мараджан, это цабля для тебя. Что ты делаешь? Перчик сейчас сырой тоже будем туда добавлять. У нас есть жареный, а это будет сырой. Туда куда, в суп? Ну, конечно. Ну так он-то будет не сырой? Он сварится, но он не будет жареный, понимаешь? Понятно, он будет именно альденте. Альденте, да. Тебе надо помогать с перцем или что? Не-не-не. Все нормально? Я успею, да. Стоять. Здесь мы ждем, когда картошка закипит, и отправляем жижу? Ну, минут 15 она побулькает, потому что в жиже у нас много помидор, и она начнет вариться медленнее в кислой среде. Хорошо. Короче, картошку до готовности, все остальное почти суп готов, да. Почти. Скажи мне, жидкости немало, все нормально, этот суп должен быть густой или... Он должен быть как суп. Есть вообще такое же блюдо с соусом, вот с таким, без бульона. Это жаркое. Угу. Тоже так же, с таким же названием. Понятно. Менее популярное. Это у нас сегодня будет классика жанра. Так, вы не дорассказали, где вы познакомились с этим рецептом? Ой, я первый раз попробовал, наверное, в армии. Ребята, вот азербайджанцы делали. А потом я из баранины пробовал, а потом сам делал из курицы. И мне очень понравилось. Вот. Это уже когда в Израиль попал? Да, вы знаете, да. У вас просто там баранины нету вкусной. Она там есть, просто курица она дешевле, да. Она есть, но ее не так просто хорошую найти, да. Надо к бедуинам ехать за бараниной.
и стать человеком. Елки ты палки. Кошмар какой-то. У нас прекрасные отношения все. Я тоже считаю, да, возвышеннейшие. Я знал бы, я бы не покупал бы эти орехи. Так деньги у меня ты не покупал. Да я бы не носил. Я понял. Я теперь перед обзором базара буду забегать до Виталика. Виталик, вот когда нас будешь видеть. Орехи. Прячь орехи. Прячь орехи. Ну его в бане, елки-палки. Потеряли человека. Думал, что вообще уже не вернешься. Но я знаешь, когда... такой больной на эти орехи. А мне же, впрочем, когда семечки стал, плюешь. Слюна течет, короче, вообще не работаешь. А ты бы хотел, чтобы у меня только на тебя слюна текла, да, Сережка? Да я хотел бы, чтобы у тебя вообще не текла слюна. Это нормально. Зачем ты мне больная надо? С текущей слюной. Что ты любишь, на сухую? Ну пусть там течет, а сорта не надо, елки-палки. Да боже мой, Марат, я от вас такого точно не ожидала. А, ты а вы про что сказали? А ты что снимаешь? Ребята, вот все те писатели, которые говорили, что вы пошлые, наконец-то вы увидели, кто такой Марат. Истину его. Усатую. Нормальный человек. Я это вырежу, не переживай. Так, что мы делаем? Перезабавляем. Слушай, покажи людям эту картошку. Это не картошка, это что-то другое, понимаешь? Это какое-то масло пюрешное. Катя. Да что, Сереженька? Да хватит себе подмышки там уже всем показывать. Подняла руки вверх, понял, и говорит, я такая красивая. Я такая стройная. Как Мадонна в молодости. Я такая худенькая. Ё-моё, как пахнет, Марат. Чесноком. Да, активно. Именно чеснок просто... Чеснок раскрылся просто обалдеть. Ребята, делайте так, и будет вам счастье. Даже на газу можно пошмалять. Только сразу перед соседями надо извиниться. А, ты решил таким будем пойти? Да. Ёлки-палки, а я хотел как турок. Чернослив. Опача. Чернослива сколько не жалко. Лучше килограмм. Да. Скажите спасибо, что я его приберегла для вас. Ребят, вообще-то по сценарию этого не было, что ты такая звездатая баба, и у тебя такой у одной в Одессе чернослив остался. По сценарию мы его нашли на базаре. По-любому есть. Просто на киевском не нашли. Не сезон, Марат. Сейчас да? Тот момент, когда еще молодой не сморщился, а старый уже рассосали, понимаешь? Все. Ладно, давай, я это вырежу. Что дальше говоришь? Хватит вырезать. Ага. Вон у тебя за спиной. О, ты что? Пришло время, ребят. Ё-мо, аккуратно ляпать или сильно плюхнуть? Аккуратно ляпай. Вот сейчас появится цвет. Настоящая сейчас появится именно мощность. Так и хочется с собой запачкать сегодня. Хоть что-то сделать нам, да, Марат? Ты же видишь, как я трусил профессионально. Ё-моё. Аж мурашки у меня почему-то. Сейчас, ребята, оно булькнет, и мы будем пробовать на остроту, на соль, на сладость. Все должно быть как бы... А вы знаете, какое у нас горе случилось? Что такое? Давид уезжает. Да, Давид, сегодня. Передай себе привет. В Израиле посмотришь. Посмотришь себя уже в Израиле. Скажешь, будешь всем девочкам показывать, сказать, это я. Самый известный холостяк Одессы, девочки. Чтобы вы понимали, в Одессе для меня не нашлось принцессы, мне пришлось уехать ненадолго. Ну мы тебя ждем, Давидка. Принцесса, открой личик. Ёшкин ты кот. Там он вернется в октябре, девочки. Брейтесь, как это, брейте ноги, он уже в дороге, все будет нормально. Ничего себе, ты даже стихами заговорил. Брейте ноги, он уже в дороге. Там есть еще один куплет. Брей и ноги, я уже в дороге, поняла? Хотя ты такая, что... Ты мне никогда такого не говорил, Сережа. Так тебе не надо, слава богу, елки-палки. У тебя же не растет. Так, что дальше с этим супом? Осталась зелень? Марат, шмаляй по полной, давай. Я шмаляю минут 10, я надеюсь, и он будет готов. 15. Подожди, я думаю, что 5, может быть 7. Картошечка уже очень готова. Вот эта жижа уже готова. Свадьба произошла. А картошка больше не... Она перестанет вариться, она останется. Ты можешь пока достать вот эту морковку, слышишь? Которая крупная уже не... Подожди, Катюня, а ну-ка выруби на секунду, я сейчас скажу одну фразу. Мой любимый усатый человек. А ну попробуй вот этот вот шедевр, это вот паштет. И ты сейчас поймешь. Она отличная. Все. Это не паштет. Так я... Это то, что надо. Так хорошо она у меня, смотри. За 10 минут с ней ничего не станет. Слава богу. А я подумал, хорошо, хорошо, уговорили. На, закусь, держи. Кусочек закусить. Костик. Белоснежка наша с Харькова приехала. Елки-палки. А ты знаешь, что он так одевается? Сама скромность. Ты знаешь, что он так одевается? Чего? А у них фирма Эль Конт. Ага. Правильно сказал? Эль Конт. Дала им костюм вот такой вот. Все думают, пижама, но нет, это что-то еще и красивое. Он должен выглядеть как снежинка, потому что это те люди, которые дарят холод. Холодочек, правильно? Холодок. Так а ты тоже наполовину белый? А наполовину полосатый?
У меня другой одежды нет, если ты понимала. Да. Ты в новой футболке, между прочим, отжигаешь. Блин, елки. Широкой полосой. Вот я отсюда снял. Слышишь? Что надо? Ах, Сонька, Сонечка, а ты знал, что вчера у бабы Кати на привозе было день рождения? Ой, не знал. Вот зайдешь, завтра поцелуешь. А я вчера был и... не целовал? И не целовал. И не подошел к ней, даже. Баба Катя, извините, он справится, так что... Давид спешил просто очень. Бабу Катю первый поцеловать? Вот угорелый. А что ты? Нет, как это? А ну перед уездом в Израиль не нацелуешься? Есть же такое выражение? Да. Ты что? Ты уже всем девочкам рассосал здесь? А? Что рассосал? Гематому, что? Сережа. Марат, я зелень крошу, да? Кроши уже. А капулька, ай-яй-яй-яй. Это я, маэстро, так делаю. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ляпну тебе разочек. Давай. Ты, я не сомневался, что ты не откажешь. Ну, с вашего позволения добавлю немножко перчика. Меня вот этой вот кинточкой, пожалуйста. Этой по губкам? Да. Ты же любишь? Да. А ну открой. Что открыл? Хлебало. Дам сейчас, слышу, пуздечка не треснула. У тебя? Рецепт вообще острый должен быть? Должен быть не прям сильно, но пикантный должен быть. Это такое, такое. Скажи мне, а невесты в Азербайджане букет на свадьбе из кинзы кидают? Сейчас придет Руслан. Он на подъезде. Он тебе расскажет. Так он же с Израиля. Он с Израиля, но он с Азербайджана. Да нет, это не перед словами. Слышишь, а у них в Израиле все кто угодно, только не израильтяне. Не, почему? Самое главное, что все евреи. Просто евреи разбросаны по всему миру. Ну. Ну, а как? Они же не хотели. Я когда узнал, что есть эфиопские евреи, я был в шоке. Сейчас нашли японских. Говорят, китайцы скоро подъедут. Да. А их там много будет. А это модно быть евреем? Так. Марат, доедай свою картошку, а я аккуратненько, смотри, пол петрушки и одну кинзочку, это мы сейчас добавим сразу туда, все остальное в тарелочку. Понял? Да. По-братски нормально? Да. Все, щикардос. Ах, Сонька, Сонечка, стелит, чье это пиво? Твое. А он же не пьет, Марат. Ну да. Вообще? Ну, конечно. Но он бросил курить, но не пей. Лучше бы он еще и пить бросил. Кадр первый, дубль первый. Бросайте все, ну, по очереди. Так что пиво я еще пока не бросил. Это еще у нас... Я вот бросаю курить уже лет 6. Да, и пить еще скажите, что вы тоже бросаете. Пить буду до конца. Это кто? Карнеги сказал, что я делаю как это? Или кто? Карнеги? Не-не, кто-то сказал, что бросить курить это просто. Я так делал 1000 раз, типа. Что просто бросил и все. А вот тяжело не начать. Как сказал Райкин, пить, курить и говорить, я начал одновременно. Ну, это Жванецкий, конечно. У вас кипит, Марат. Отлично, пусть кипит. Мы этого добивались очень долгое время. Так должно быть. Тебе не кажется, что у тебя слишком громко? Это Марата гастроемкость, елки-палки, слышишь? Может, мне говорит, у тебя нож тупой, понимаешь, когда громко. Да, мальчики. Да уж, наши попугаи будут вкусно? Да, конечно. Прям насыпью. Открываем клеточку. Катюня, не торопись, не торопись. Это такая красота, что просто кошмар. Ты что, настоящая пилина из зелени, а? А там? Ну, так и хочется. А это вообще, не знаю, это что-то, это чан какой-то бесподобный для такого себе шедевра. Маратик? Угу. Это что-то потихонечку у нас уже в кисель превращается. Это... Знаешь, что мне больше всего хочется попробовать? Курочку. Та ну. Так курочку я могу и на базаре. И на базаре. Вот, вот, вот. Именно в этой, в бульончике, как угу. Он дает эту нотку. Боже ты мой! Сделай красиво немножко лаврушечки и еще соли мне мало. Бац, бац, бац. Лаврика такое, немножечко, чисто для счастья. Соли вот так вот, но тоже немного. Скажи мне, что там по сахару ты пробовал? По сахару нормально, мне... Но я чуть-чуть добавлю все равно, потому что... Мне интересно по остроте. Ты сейчас все узнаешь. Слушай, картошка шедевр, именно вот такая вот, как это, сдержанное пюре. Вот она уже вот-вот хочет развалиться, но что-то ее держит в форме. Кислота, Сережа. Курица. О, есть. Не забудь порошок с работы достать.
Зачем ляпать? Я сегодня единственный, кто остался чистый, был. Чего это? Ну ты посмотри на себя. Прямо стыдно. Нравится тебе? Ребята, это не борщ. Да мы не говорим за борщ, просто помолчите, пусть люди немножечко кайфанут от молчаливой картинки бурлящего казана. Ты что на это можешь смотреть вечно? Марат, вот тебе ложка. А последняя проба. В этой жизни? Нет, предпоследняя. Так я просто попробую. И что? Все отлично, еще остроты. У нас такие есть. Слышишь? А нет, ты подожди, это же могут еще есть дети. А это не могут, это будут есть дети. Да, немножко. Да, чуть-чуть? Да. Все. Потому что я могу... Не переживай. Все, давай я сделаю красиво. Вадик, твой выход, родненький, елки-палки. Ты что, перец Израиля для Катюни, от которого трескаются губы и... Катюня, прости. И прямо Катюня, прости. Раз, два, три. Все, успокойся. Да ну чуть-чуть четыре, все. Хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. И все? И 3 минуты мы можем... Ура! Пробовать. Кормить людей, да? Да. Ох, щикардос. Оно прямо поглотило вашу зелень. Все, Мараджан, а остальное в тарелку, правильно? Да. Все, свеженько. Ты, да, доруби ее прямо в гастроемкость, вот так вот себе сделай красиво. А я считаю 3 минуты и начинаю уже... Раздавать? Накладывать в тарелочки, да, удивлять людей. Угощать, потому что все собрались и все смотрят. Обли духами пышную кровать, ведь нынче кто? Сегодня Владислав придет нам в гости и по-любому сыграет эту песню. Потому что у кого-то именины. У тебя когда именины? У меня уже были. Ну, когда, недавно? В июне, в начале. А что ты не у нас отмечал? Я в Грузии отмечал. А! С грузинкой. Закрывай заслонки. Ассаламу алейкум. Конечно, закрою все. Ой! Ого, сколько вы тарелок приготовили. Отними это. Гости твоего ресторана захотели, да? А мы? Да, гости моего ресторана. Штука готовим. А что, нет? Правильно? Все? Катюша, что чего здесь не хватает? Подтарельников. Правильно. Леночка, дашь подтарельники? А ты еще что? И салфеточки. Подтарельники дашь своему жениху? Проверял, как я умею ухаживать за своим рестораном. Мы с тобой можем попробовать без подтарельников. Прямо с казана? Да. Некрасиво. Нырнуть туда усами. Так, ложка поварю. Катюша. Только не клади мне много, я немножко сытый. Чем это вы насытились? А орехами? А, ну да. Катины орехи. Которые Сереже не давали целый вечер. День. Да потому что надоело. Он хочет, чтобы я полностью была посвящена ему. Не и мне, руками, и ногами, не мне, а искусству. Искусству съемки приготовления пищи. Ёшкин ты кот. Ты что такое? Стыдоба какая-то. О, Марат, смотри сюда. Помнил, да. Правильно. Лимон обязательно, Джан. Лимон? Зелень? Да, обязательно, Джан. Кусочек лимона, кто хочет больше, мы добавим. Леночка, хозяйка подтарельников. Давай, кидай, родненькая. Я бы, наверное, хотела несколько долек лимона. Спасибо. Я тебе хоть целый нарежу. Да я знаю. Фу, ты так сказал, я бы и не взял бы. Да я знаю. Что он имел в виду? Да что ты лезешь вообще в наш разговор? Мы тут стоим с Маратом, просто разговариваем. Про лимончик. А, я подумал, а что... А ты что подумал? Не, а я подумал, что он тебе рассказывает. Ты знаешь, кого я со Светкой был в молодости? А ты такая, да я знаю. Ой, господи, что у него в голове? Не знаю, Марат. А что вы там... Знаю, что? Он уже вырос. Да не говори. Что вы там за ахинею без меня несете, елки-палки? Ай-яй-яй. У нас могут быть свои секреты. Не могут быть. Не могут. Он нам не разрешает. Так. Шикардос выглядит вот так вот сегодня. Русланчик как раз подошел. Пришел? Да, где? Вокруг пошел. Ой, вы. О, мне достался чернослив. Это ты специально себе выловил? Скажи мне, родненький, а я тебе мяско положил? Положил. Все есть, Сереженька.
Положил. Лимончик. Так, теперь. Обязательно, обязательно. И зеленушку тоже мне. Так. Ну-ка подвинься. Ты сюда хочешь? А, давай. Поближе к казану. На тебе, по-братски. Там солить, перчить, как говорит оператор, сметана, лимончик вообще, ты мне дал? Ребят, блюдо должно быть такое островатое. Ну, не прям острое, прям сильное. А где лепешка? Вы продолжайте, Марат, я же снимаю. Чего вы? А что снимать? Сейчас буду уже пробовать. Кого? Я нам у людей лепешку отдал. Что ты хотел сказать, Серёж? Я вот хочу тебе на слива зацепить картошечку. Я хочу посмотреть, как Марат правильно кушает суп азербайджанский и повторить за ним в точь-в-точь. Хлеб грузинский в твоем рту не будет лишним? Шо? Хоть бы раз сказали, что невкусно. Блин, да подожди. Мои ожидания, ты понимаешь? Вот зацепи вместе с черносливом. Хорошо. А у вас что, попался чернослив? Да. Он же только себе его выловил. Да хватит уже, елки-палки. Это всем по-братски. Мы же, блин, нормально сделали. Ты что такая какая-то, блин? Венчик шикарный. Не, я за другое хотел сказать. Давай. А чего хоть бы раз мы должны говорить по-другому, если мы готовим по-настоящему? Вот не знаю. Из у меня шикарных продуктов с базара. Дома не получается. Я жене говорю, у меня не получилось блюдо сегодня. А вот у вас тут ни разу не получилось. Я ж стараюсь, как не могу. Дома я так себе тяп-ляп. Врет. А тут люди. Все ждут. Как я могу здесь плохо приготовить, Кать? Я думаю, сейчас 80% наших гостей и телезрителей подумали другое. Да? У меня, когда дома не получается, жена говорит мне. Не, наоборот, да. Я жене говорю, что у меня не получилось. А, котлеты пережарил. А, ты за это? Ладно. А ты просто подумал. А я подумал, одевайся, да. Марат. Дошло, старенький, эх ты. Думаю, я и до, и после держу голый. Не одеваюсь. Вот скажи, ни на что не похоже. Не похож. Вот эта вот кислинка, конечно, имеется, но когда попадает в комплекте чернослив, концентрированная сладость такая именно яркая, копчением. Вот, ну, я не знаю, что вот сказать. Вот это кухня Азербайджана, вот тут они такие вот. Очень вкусная. Это хочется хлебать, не торопясь. Угу. Как это? Выесть юшечку, потом взять... Кусочек мяса. А-а-а! Вот эту вот курочку. Горячую. Ляжку помыла Андерсон, да. И, ну, я не знаю, что делать, Катенька. Ну, блин, кушай, ну как родной, это, кушай, как кушай, пробовать кушай. Так, чтобы это... Помочь тебе засовывать? Еще и было красиво. Засовывать не надо, я... Чего? Сам тебе помогу. Вот я курочку. Да. Степанул. Ты прямо так? Ну, я же тебе дал другой хороший кусочек. А себе лучший, взял, Марат. Себе взял ляшечку. Фраер македонский. Блин. Ага. Кстати, нам заходил Вилково. Да. 30 лет тому назад, да. Получил людей и уплыл обратно. Вот видишь. Потому что нефиг. Быть македонским, елки-палки. Фраер, сами, толстый, да? Фраер, на рояле нам. А-а-а! Очень горячо. Играет. Девочки танцуют и пижоны поправляют свой кис-кис. Сегодня Лан-Жерон гуляет. Лан-Жерон открыли, кстати. Пусть гуляет. Сегодня Белочка справляет. Свою помолвку просим спеть ее на бис. Белла, не ломайся, не рассказывай мини-майсе. Помнишь, Белла, мы давали... Так, в Херсоне мы давали удивительный гастроль. Человек 30 сидят и ждут, когда летели, вы их покормите. И летели. Певцы. Так все ребята слушают, как мы поем. А-а-а. А мы с тобой давно вспотели. Мы танцевали нежный танец карамболь. Модный. Пусть будет так. А он ладно. Нежный. Да потому что любой танец. Нежный, ой, как это, модный, должен быть нежный. Вот так вот? Согласен. Да. Спорить не буду. Короче, друзья, я все души с хорошим настроением. Для вас сегодня готовил Марат. Азербайджанский суп. Ну, а я что-то там пел про карамболь. А я ела орехи. Всем пока-пока. Чао. Чао.